Приветик. Решила снять видео, то что, по крайней мере, мне этот комментарий пригодился, или это видео. Я, как говорила, покупаю много этих всяких типс. Проблема, не могу найти те, которые мне именно нравятся. Вот эти три более-менее я довольна. Эти вообще очень довольны, но тут нету пометки, где я купила, что это за название. И очень жаль, да? Эти типсы мне больше всего нравятся, то, что их, вот как я прикрепила, так и мне форма нравится. В этих, в принципе, тоже, но что-то не так, и мне один фиг приходит подпиливать. И буквально вчера увидела видео девочки, где она использует типсу, да, вот этот, как оно, гелевую типсу, как форму. Там под видео начали писать, типа, зачем этот геморрой, есть же, типа, и верхние формы, зачем придумывать, типа, еще раз велосипед. Сейчас позже расскажу, зачем велосипед. У меня очень много также сакиформ, я из всех коробочек пособирала разные, различные, и сделала вот такой вот один контейнер, где у меня там всех типсов по 10, да. И, допустим, вот эта форма мне тоже очень нравится. Ну, это моя форма, я такое люблю. Но когда я использую как верхнюю форму, то, что мне хочется, почему-то не получается, да? И один фиг приходится пилить. Вот именно после снятия верхней формы, тот ноготь, который я хочу, почему-то не получается. Я подумала, да? Интересный такой факт. Из гелевой типсы использовать как верхнюю форму. Почему? Потому что именно эта гелевая типса мне нравится, потому что я не могу ее докупить, и почему бы не придумывать велосипед. То бишь вы делаете гелевую типсу, да, выкладываете гелем и просушиваете. Мне кажется, даже лучше это сделать прозрачным гелем, чтобы потом лучше просушить в лампе. Или вы наносите тонкий слой, прикрепляете, как обычно, на ноготок и просушиваете. Потом убираете и ноготь на месте. И некоторые писали под видео тем этой девушке, ну, про велосипед проехали, а потому что, типа, тоже она пыталась использовать там, не знаю, на подружке, на маме такую технику, и потом не могла отодрать гелевую типсу. Дело в том, что если у геля есть большой концентрат вот этой, как оно, айсид, да, то, естественно, оно прилипится к типсе. Поэтому прежде чем, как сказать, экспериментировать на клиенте или себе, вот так как я, попробуйте это сделать до того, как, чтобы потом не спиливать, да, то, что если вы приклеили, а потом пытаетесь отодрать гелевую типсу, а она, блин, приклеилась, потому что у вас не... Блин, мой русский. Короче, я считаю, это способ очень даже хорошим. Хочу попробовать то же самое на себе сделать. Ну вот, решила поделиться с вами. Может, вам тоже пригодится. Пока-пока.